Привет, друзья! Сегодня пятница, 21 марта, 10 часов вечера, и в прямом эфире на телеканале «Дождь» программы «И так далее». Меня зовут Михаил Фишман, и сегодня особенный день, день, который войдет в историю, день, когда все россияне в едином порыве встречают своих новых друзей, новых братьев, новых соседей, новых граждан нашей огромной, великой Родины. Позади их тернистое путешествие, позади трудности безвременья и оторванности от истории и от родной страны. В торжественной атмосфере воссоединения и вечной дружбы президент России и представители крымской общественности подписали договор о вхождении Крыма в состав России. То, о чем мечтали миллионы бывших советских граждан, наконец свершилось. Исправлена ошибка целых двух генеральных секретарей, гораздых на авантюры. Республика Крым и город-герой Севастополь вступают в состав России на правах двух субъектов Российской Федерации, на правах Крымского федерального округа. Владимир Путин, президент России, проявил силу, волю, решительность, смелость, скорость. Россия впервые в течение последних десятилетий прирастает новыми территориями. И не страшны России санкции Запада, которые ищут любую возможность уколоть, обидеть, наказать Россию за ее независимую позицию на международной арене. Торжествуют все россияне. И сегодня в каждой улыбке, в каждой искре от фейерверка, в каждом флаге на улице залог нашего общего совместного процветания и россиян, и крымчан. Ни одного